Границы США планируют доверить блокчейн. Консультативный комитет таможенной и пограничной службы США начал изучение возможности использования технологии блокчейн в работе организаций. Для этого был создан специальный орган – Консультативный комитет по коммерческим таможенным операциям. Его задачей станет изучение всех инновационных технологий и в первую очередь блокчейн. В отчете таможенной и пограничной службы США, где и была озвучена эта информация, также говорится, новым органам уже представлено 14 вариантов использования инновационных технологий. Среди них сбор данных и отслеживание лицензий, решений, сертификатов, выданных государственными органами, качество продуктов, которые принадлежат свободной торговле, и передвижение их через границу.